Это попугай. Спрашивают часто о курсе. Степашка спрашивает, как проходит ваш курс? Что ж, Степашка, я тебе отвечу. Хорошо и даже отлично. Но, пользуясь случаем, я хочу тебе сказать, Степашка, как он начинается. Мы сначала садимся вот так. А я еще делюсь своим мотивом. Я делюсь, чем наш курс может быть полезен. Что можно взять с нашего курса и унести, чтобы потом что-то домой принести. Расскажи нам, тебе понравилось с нами рисовать? Да. Да? Ой, очень. А что ты испытывал, когда рисовал с нами? Я испытывал в себе вдохновение. Свою фантазию. Человек творящий становится привлекательней. У человека творящего интереснее укладывается личная жизнь. Человек творящий даже привлекателен на работе. Человек творящий так глубоко чувствует окружающих людей, что если это руководитель, он более будет эффективным руководителем. Если это подчиненный, он будет чувствовать, что хочет руководитель даже за стенкой. Очень интересный вопрос от утенка. В нашу передачу утенок пишет, что вы там делаете с людьми? Вот. Ну, с утятами мы это не делаем. Мы это делаем только с людьми. Вот. И что я хочу сказать, с людьми мы там делаем... Да, собственно говоря, мы ничего с ними не делаем. Мы просто даем им немножко свободы. А свобода, знаешь, вот как утенку, я тебе скажу. Когда свобода у людей появляется, они превращаются в утят. Вот этим мы и занимаемся на нашем базовом курсе. И всех 4 ступенях. А теперь мои вопросы для вас. Часто ли вы рисуете? И рисуете ли вы? Часто ли вы сочиняете стихи, музыку или танцы, хореографию? Что мешает творить? Да все мешает творить. Весь мир так устроен, чтобы мешать нам творить. Потому что творчество – это самая мощная сила. Это самый мощный источник, который позволит людям настолько взлететь выше своих обыденных, своих бытовых, примитивных нужд, что даже страшно подумать, каких вершин мы можем достичь, наверное, лучше не достигать. Если все будут рисовать, ребята, бизнесмены, маркетологи, политики рисуют. 20 лет мы это все делаем и будем делать до тех, пока можем делать что-то, чтобы сделать мир красивее.